За прошедшие сутки в Тюменской области выявлен 81 новый случай заболевания коронавирусом. Столько же человек выздоровело. 10 пациентов находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких. В усиленном режиме работают бригады неотложной медицинской помощи. Безусловно, поступают вызовы на неотложную медицинскую помощь. Здесь мы принимаем все звонки в наших территориальных поликлиниках. И бригады неотложной медицинской помощи сегодня приезжают к жителям в режиме до 24 часов. Справочная информация, вся которая необходима нашим тюменцам по результатам проведенных исследований на новую коронавирусную инфекцию или по другим поводам, она предоставляется нашими регистраторами, администраторами, а также по телефонам горячей линии. Добавлю, что в регионе 60 человек находятся в обсерваторах, 1321 человек остается под медицинским наблюдением, 3708 человек находятся на перевахтовке.